Месяц в плену. В Нигерии пираты освободили 7 россиян и украинца. Об этом сообщает ТАСС. Уже сегодня моряки вернутся домой. Нападение произошло в начале февраля. Моряков высадили с грузового судна и отвезли в пиратский лагерь на берегу. Компания-владелец вела сложные переговоры с разбойниками и договорилась об освобождении экипажа. Это был выкуп, но его сумма не разглашается. Добавлю, что после нападения на судне остались 3 человек. Им удалось сбежать от пиратов и увезти корабль в Испанию. Позже они вернулись в Россию.